Итак, если ваш компьютер постоянно перезагружается, вы можете отключить автоматическую перезагрузку Windows следующим способом. Первый способ – это зайди в команду «Выполнить». Правой кнопкой мыши подносим к пуску «Выполнить». Или нажав сочетание клавиш Windows плюс R и нажимаете Ctrl. Вы попадаете в панель управления Windows 10. Далее вы заходите в систему. Далее вы переходите на вкладочку «Дополнительные параметры системы». Далее нас интересует раздел «Загрузка и восстановление». Мы заходим в «Параметры». И снимаем галочку «Выполнять автоматическую перезагрузку». То есть, если происходит какой-либо отказ системы, система автоматически будет перезагружаться. Нам это не нужно. Мы отключаем автоматическую перезагрузку. Далее, я бы хотел отметить, если у вас компьютер перезапускается после установки обновления Windows, мы это также можем запретить делать компьютер с помощью правой кнопкой мыши. Заходим в «Параметры», заходим в раздел «Обновление и безопасность». Далее мы заходим в настроечку «Изменить период активности» и читаем «Задать период активности», чтобы мы знали, когда вы обычно используете устройство, в течение этого времени устройство не будет автоматически перезагружаться. Текущий период активности с 18 до 17, вы можете поменять его, дату начала и дату окончания выставить. Далее можно перейти в раздел «Дополнительные параметры» и посмотреть, включена ли у вас галочка перезапускать это устройство как можно быстрее. Для установки обновлений требуется перезагрузка. Она у меня выключена. Windows я поставил вчера. По умолчанию она Windows. У меня была выключена. Далее я бы хотел вам показать, как отключить автоматическую перезагрузку Windows 10 после установки обновлений с помощью планировщика заданий. Для этого мы переходим правой кнопкой меню «Пуск». Нажимаем «Найти», пишем сюда «Планировщик», открываем «Планировщик заданий». В «Планировщике заданий» нам нужно перейти в библиотеку «Планировщика заданий». Далее мы переходим в Microsoft, далее Windows. Далее нас интересует папочка «Update Orchestrator». Мы ее находим, вот она. Мы переходим файл reboot AS, кликаем правой мышки и нажимаем отключить, если у вас это стоит. У меня уже выключено, я могу также включить или отключить. Надеюсь, урок был полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.